Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов провел видеоконференцию со своими ангарскими коллегами. Такой формат встречи с депутатами Ангарской городской думы состоялся впервые, но в условиях борьбы с COVID-19 ценно любое общение и взаимодействие, подчеркнул Андрей Гореликов. Мы внимательно следим за жизнью наших городов, политической жизнью. У них в этом году в единый день голосования 13 сентября состоялись выборы губернатора Иркутской области и губернатора городского округа Ангарск и совета депутатов Ангарской городской думы. Большинство депутатов были переизбраны, включая председателя Александра Городского. Напомню, по братимским связям Мытищи и Ангарск уже более 5 лет. За это время удалось наладить перспективное сотрудничество и обмен опытом. Как велась борьба с пандемией в первые месяцы эпидемии, профессионализм мытищинских врачей и активную вовлеченность волонтеров обсудили во время ВКС. Кроме того, рассмотрели возможность в ближайшее время устроить видеовстречу в расширенном составе депутатов, а также привлечь к общению и взаимодействию молодежные парламенты Мытищи и Ангарска.